Добровольно пошли брать. Молодцы. Kementerian Pertahanan Rusia mengirim pendeta ke garis depan pertempuran dengan Ukraina. Di lapangan, pendeta langsung memberi siraman rohani ke para pasukan. Rekamannya juga diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Minggu 7 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Mariner Armada Pasifik Rusia dikunjungi oleh seorang pendeta. Pendeta berbicara dengan para prajurit, menjawab pertanyaan dan juga melakukan ritual komuni di lapangan. Beberapa mariner menyatakan keinginannya untuk dibaptis. Imam besar Pyotr Gritsenko melaksanakan sakramen pembaptisan para pasukan menggunakan perlengkapan berkemah keagamaan untuk ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Добровольно пошли, братья. Молодцы. Святый Боже, святый крепкий, святого смерти, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Романа, отсюда. Дорогая Господи дома. Они, говорят, нас не покрестили, мы хотели, не успели. Да, мы хотели перед отъездом, не успели. Ага. А так были не крещенные, да, получилось? Нет, не крещенные. Да, перед боем. Славим Божьего пророки. Пойдем в Святую Соборную Апостольскую Церковь. Знаете, что вам нужно делать? Вот. И один должен поддерживать другого. Вот тогда добьетесь. Без Божьей помощи добьетесь. Когда человек крестится, рождается заново в этой жизни. Вот сегодня было духовное рождение двух наших воинов Христовых, которые приняли веру Христову, крестились во имя Отца и Сына Святого Духа. И сегодня, так как они родились заново, все грехи, которые были у них до сегодняшнего момента, вот до сегодняшней минуты, Господь все их списал. Помимо того, что они причастились, они еще и исповедались и причастились, и стали причастниками жизни вечной, миропомазывались, вот, приняли печать Святого Духа, и Дух Святой на них сошел и будет пребывать с ними до скончания земного века. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.